6 мая для многих жителей не только Видного, но и всего Ленинского округа – день особый. В Георгиевском храме собирается церковный приход и прихожане других храмов для совместной молитвы. Визит архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия, который возглавил божественную литургию, уже стал доброй традицией. Разделить радость молитвы, что также соблюдается на протяжении многих лет, пришли представители руководства округа, главе муниципалитета Станиславу Каторову, а в его лице и всем жителям архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий по окончании литургии преподнес символичный подарок. Традиционное пасхальное яйцо с пожеланием Божьей помощи, щедрый, неоспоривающий и доброго здравия. Спасибо, Господи, всех вас благодарю за службу, за молитву дорогих отцов благочинных, всех прихожан, певчих наших. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! История Георгиевского храма города Видное ведется с 2007 года. Прихожане и духовенство активно участвуют в общественной жизни округа, ведут просветительскую и гуманитарную деятельность, а сам храм является символом победы русского оружия. И вот этот прекрасный храм, замечательный, воздвигнутый рядом с поклонным, памятным, мемориальным местом, с Аллеей Славы, конечно же, является явным и очень ярким свидетельством того, что в наших сердцах, в сердцах христиан, да и вообще людей 21 века, этот день, День Победы, чтится, вспоминается, и с великой большой благодарностью, с низким поклоном мы обращаемся к тем, ко всем тем, кто приблизил этот день. Еще одна важная традиция. Представители духовенства вместе с жителями Ленинского округа возлагают цветы к вечному огню на Аллее Славы. В наше время, когда уже внуки победителей Великой Отечественной войны вновь защищают рубежи Родины, престольный праздник Георгиевского храма наполняется особым смыслом. В честь празднования святого великомученика Георгия Победоносца, сегодня в этот день мы вспоминаем его духовный подвиг. Ну и также мы молимся о скорой победе, молимся о скором возвращении наших воинов в добром здравии с своим семьям. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.